сегодня хотел сказать по поводу, что наконец-то я откалибровал свои часы. Casio G-Shock, который, в принципе, не калибровал, наверное, года 3. Они у меня уже скоро будет 6 лет. Да, купил их на Амазоне. Первый раз откалибровал. У них автоматическая связь со спутником. Там несколько раз в сутки. А потом уехал из зоны связи спутника и пытался их откалибровать. В Греции пытался откалибровать. Ничего не получалось. Вот, потому что они, в принципе, бегут вперед. Вот за 3-4 года они убежали на 4 минуты вперед. Можно было, конечно, вручную все дело настроить, но мне как-то не хотелось. Все пытался их там на Корфу, на Крите, на Родосе пытался их откалибровать. Что-то у меня не получалось. В результате взял инструкцию. Инструкцию на английском, на английском языке. Пришлось досконально как-то поизучать. И вот вчера наконец-то понял, почему не было калибровки сигнала. Потому что был настроен не тот город. Там выбираешь города часовым зонам. И он автоматически связывается со спутником и устанавливает точное время. Вот. По миру установлено несколько точек, которые излучают эти сигналы. А у меня автоматически стояло по московскому времени какой-то город, не знаю. Какой-то мусульманский город, которого не было в списке принимающих городов. Вот, вчера поизучал, поставил город Афины. Чего-то Москва, если ставишь Москву, то время показывает на час вперед. А Афина, как Афина, как раз показала московское время. Ну и поставил на балкончик на ночь. Нужно, чтобы стрелка, 12-часовая стрелка, смотрела, там, грубо говоря, в небо. Вот. Ну и в принципе через 4 часа, 4 часа там 0-4 минуты время было откалибровано. И теперь я опять счастлив точному времени. Так что не скупитесь, покупайте часы G-Shock компании Casio. В них можно плавать, я их вообще не снимаю. Такая мини-реклама часов Casio G-Shock. Ну, в принципе, они недорогие. В Америке они стоили мне 88, что ли, долларов, не помню. В России такие, когда я приехал, уже стоили в 3 раза дороже. Там же они на солнечных батарейках. Не надо ничего менять, они автоматически сами заряжаются от солнца. Календарь до 2099 года, так что не знаю, хватит мне до 2099 года или не хватит. Ну, если не хватит до 2099 года, то придется в 99 году купить новые часы. Вот такие часы Casio G-Shock. Ставьте лайки или дизлайки. Приветствуется. Спасибо за внимание.